Мелкий, тебя мама зовет. С вами Филиппин, Шиморка и Кофи. И сегодня мы вновь зашли в хоррор Гаррис Мод. Всем привет. Всем привет. Привет, друзья. Да, мы будем сегодня играть в хоррор. Да, я уже готов пугаться так. Тут эта дверь куда ведет? Подожди, тут подожди, тут надо не торопиться, тихо. Resort. Где? Английский, а ну-ка, дай прочитаем. Это означает Hell's Resort, where the fun begins. Где, говорит, веселье начинается. Ах ты, твою мать. Веселье всегда с нами, в душе. Да, здесь... Это хоррор. Это хоррор, да, здесь не веселиться. Тихо! Что произошло? Слева, справа, ребята. Я ломаю. Полтергейст. Жесть какая. Подождите, стойте. Коробки кто-то в нас кинул. Непонятное что-то. Кто кидается дерьмом, как в арке? Так. Стоп! Нет, здесь тупик, ребята. Нет, вот можно пройти, можно, ребята, вот сюда. Дверь есть тут. Да вот я же прошел. Будем исследовать вместе, чтобы если что, обосраться так вместе. Ты коморку решил найти, да? Музыкальная студия Шипотки. Смотри, музыкальная студия. О, так это комната для летсплейщика, вы что? Да, комната летсплей. Ребята, кто-то кричит, опять женщина какая-то. Господи Иисусе. Ну что, давайте пройдем дальше аккуратненько. Вот комната еще. Ничего полезного не нашли пока. О, здесь кто-то описался? Тут где-то обосрался кто-то. Кто-то дышит, ребята, кто-то дышит в помещении дальше. Вы где? А, вот вы там. У меня что-то экран затрясся, когда я встал на мочу. Вы бы это видели? Я видел это краем глаз. Я тоже это чувствую. Там труп мужика. Пацаны, не бросайте меня. Его проткнули ножом из кейсов в CSGO. Стой. Его керамбитом проткнуло, вы видели? Сюда, let's do this. Давайте, ладно, пройдем. Это что у нас тут? О, я аккуратно здесь за можно вами. Отдохнуть. Отдохнем. Я жопу прикрою, ребята, давайте идите. Тихо! Что за хрень? Это орал вообще, я же обосрался. Спокойно. Пацан был. Дверь, по-моему, какую-то, проход. Там кто-то был. Да-да-да. Так, подожди, это мы не назад вернулись, ребята, вот здесь? Пацаны, я запутался, но мне уже очково, и я срань, Господь Иисусе. А, это то же самое. Это... А, это мы здесь были, да, получается? Да, мы отсюда пришли. Да-да-да, ребята. Пацаны, да? Пацаны, сюда идите, смотрите, я нашел какую-то комнату. Извините. Вот эта карта. Нахера ты такую карту нашел вообще, блин? Я думаю, даже зрители обосрались от этого всего. Ух ты, господи Иисус. Так, все спокойно. Успокойно. Успокойтесь, what the fuck. Его самый жесткий скример именно на меня напал! Подождите, что тут написано. Then he had just to find his family killed. Он нашел свою семью убитой. Да, и вот тут еще. Он кто-то, кто следит за нами, видимо. Who's heard roots in souls? Who's here? Пошли дальше. Who's here? Опять! Тихо, что, где говно какое-то, да? Беру крест, ребята! А, идем за крестом, у нас спасет. Давай, за тобой идем. Я с крестом. Я освещу. Ладно, тогда перекрыл. Я буду освещать эту землю, ребята. Я пройду. Давай. В каку. Я испугался. Так. Крест бросай. Мы пройти не можем. Вот. Все, погнали. Я крест беру. Беру снова крест. А, дядь. Понимаешь, это два кирпича, сука, сложно. Смотрите, ребят, вот я нажимаю на Е, подхожу, да, здесь что-то пикает. А, здесь код какой-то, видимо, да? Ты можешь открыть, наверное. То есть нам надо как-то дверь открыть? А куда идти-то нам? А вот непонятно вообще, карта не показывает нам никаких вообще подсказок. Вход в другую сторону. А вы крест почему забыли-то, господа? Ну крест вон он валяется. Я думал, вы вводите код какой-то. Мне кажется, он должен чем-то помочь. Здравствуйте, знаешь, как похоже, подходишь так в общежитие и стучишься в дверь бабульки и говоришь: здравствуйте, а вы верите в Бога? Вот сюда нужен крест, наверное. Смотри, видишь, здесь крестов много вот здесь вот. Кстати, вот, да, не зря же кресты. Где? Дэвис кроссес, это что такое означает? А где крест-то? Да я крест там валяется, да он не нужен был, мне кажется. Хотя, может быть, и нужен, давайте попробуем. Кто?
Что случилось? Молодцы, да я здесь, мы, я здесь. Мы потеряли крест, молодцы. Да нет, там он у двери, ребята, все нормально, сейчас покажу. Как где. Где? Подождите, он был здесь. Так вот был, а там был. Бля, что? Пугай меня, я испугался. Мы должны кто-то... тут секретная кнопка может быть какая-то. Подождите, мы еще не все. Она что? Она заперта? Это кто такой? Ребята, ребята. А, что? Где вы вообще? Мы отошли куда-то. Да мы все исследовали. Да не все, там кто-то орет. Шиморку давай подоберем. Погнали, погнали за ним. Где он? Я уверен. Давайте встречаемся там, где начиналось все. Да, вот, все, я здесь. Где, видите? Мои предположения таковы, что здесь нужно собрать несколько крестов. Видите, их там нарисовано 5 штук. Потому что 5, ты думаешь? 5 точек у этого звезды. Да? И мы один крест уже нашли, и сейчас идем искать дальше. Ну, как предположения мои некоторые. Давай зайдем посмотрим. А, черт подери! Какая-то хрень! Пролетела внизу такая, да? Страшная. Не, ну тут только ошаны. Весело, весело. Так, а это что? Шкафчики. Весело, задорно, смотреть наше порно. Так, короче... Ты что меня заслонил? Давай, давай, проходите. Сейчас какая-нибудь сучка выпрыгнет, я знаю. Вот еще один крест. Вот, я же говорю, кресты надо собирать. Все, держи себя как крести-то. Что ты будь жопа. Смотрите на дверь. Обратно. Да, ну там шипы были. Мне кажется, обратно оттащить это дерьмо. Ну давай, но мы первый крест-то потеряли, видишь? Мы его принесли, он сейчас исчезнет так же, я тебя уверен. Понял, ну давай попробуем. Подождите, я его отпустил, и он тут... А нет креста больше. Он исчезает почему-то в руках, это очень странно. Вот он ты и беда. Я его нес, не отпускаю, он у меня пропал. Но нам надо еще найти кресты. Тихо! Что за хрень? Что это? Я только что ударил по автомату с водой. Один раз и такие звуки. Это дух Кока-Кола. Не трогай нашу колу. Что за херня? О! Я нашел помещение, ребята, идите сюда. Погнали туда. Вот-вот, где я? Вот. Давай. Помещение какое-то, да. Или мы здесь были? Нет, не были. Нет. Савдеповский телек. Это запутанное слишком. Да, давай-ка направо. Это что, просто каморка, что ли, пустая? Да, просто каморка пустая. И тебя там ничего не напугало? Просто шиморка, каморка. Шиморка, каморка. Чё ты кричишь-то? Я там вижу, говно пролетело точно. Чё ты меня пугаешь-то, блин? О, господа, это карта, мы даже втроем легко сцепимся, понимаете? И куда идти дальше-то? Ты один подходишь. Ладно, когда вместе. А вот здесь вы были? Вот здесь вы были? Нет, первый раз. Кстати, да, да, тоже открытое помещение какое-то. Как-то запутано все, радиоприемник. Понимаете, то, что карта как будто меняется прямо. Ребят, я не хочу заходить в эту комнату. Давай я зайду, давай, я смелый. Ахаба пошла! Шипы! Объелеки нарисованы и всякое говно, да, по кругу? И что дальше? Давайте лучше выйдем, ребят. Давайте лучше выйдем. Ну там ничего не будет уже. Дверь закройте за собой, все. Не-не-не, давай оставим открытый, иначе мы не поймем, были мы здесь или нет. Ну ладно. Включи водичье радио. На Е вообще-то, ребята. Оно не выключается. Короче, это получается, нам надо еще где-то найти несколько... Еще дверь какая-то должна быть, да. Что мы не открыли? Все открыли. Давайте держаться вместе. Иначе кого-нибудь сожрут. Что за хрень? Опять. Нет, здесь мы были. Ванну зайди еще раз. Ну-ка, да. Нет, ничего не происходит. Душ не работает, ванная не работает. Так, а мы все грязные и плотные свиньи. Так, подождите, ребят, что-то странно, нужно что-то найти, правда. Мне кажется, нужно найти код какой-то, может, где-то есть знаки какие-то. Возможно, мы просто не обращаем на них внимания, а может быть... Пацаны, давайте вернемся к этому. По-моему, открылась комната. Где? Где? Идите ко мне. Шуморка, я что-то не потерял. Я иду. А вот. Смотрите, по-моему, вот эта комната, она была... или нет? Подожди, стой, вот этот мы точно не открывали еще. Они все заперты. Они все заперты, да? Вот открыто! А мы здесь были. А были! Вы что, не помните этот скрипт? А вот смотри, вот смотри. Вот это как раз этот соцветие. Вот оно. Как там этот код. Код, посмотрите, по диагонали, видите, кровь?
По-моему, да? Нет? Ты все время какое-то дерьмо придумываешь. Подожди, по диагонали, смотрите. Не, ну вот это точно знак какой-то, я уверен, просто говорю. Но нам вот это говнище нужно открывать как-то, и непонятно, что здесь делать. Ну-ка, где? Взломщики просто пошли. Может, нам нужно брызнуть кровью? Я знаю, как нужно взломать. Максим, ты поймешь эту шутку, это надо присесть и начинать взламывать. Кто-то кричит, ребята. Ну, про Леху, да, знаешь, он, помнишь, он обычно приседал. Да. Кто-то здесь кричит, опять орет, я не понимаю, что за фигня, ребят, надо идти дальше, как-то двигаться. Это нужно, вот факт просто какой-то. Мне нужно, кажется, еще найти что-то типа вот этого. Кто пробежал-то? Это я здесь бегаю. А, все окей. Ты еще бушуешь тут кофе? Я не знаю, что делать, подожди. Я ничего не вижу, мне больше кажется, нового, мы да. Упустили. Мне кажется, здесь должна быть подсказка по коду, ребята, и мы ее пропустили, правда. Где тут должна быть? Нам же дверь эту открыть. Все, осталось решетку открыть, и все. Да, именно ну, что. Да. А что дальше-то делать? Вот именно как. Надо это пробежаться в те помещения, которые мы открыли, и посмотреть там. Давайте я сейчас поищу здесь. Я вот все пробежал. Сука, что за херня, блядь? Опять ванна двигается. Прошу прощения. Вот опять звуки. Какая ванна еще двигается? Ты че там? Ну, блин, мне так-то одному страшно ходить. Давайте разделимся и посмотрим на улики. Ага. Не, о, такой умный. Я. Б. Ну-ка. Так. Здесь рыбка нарисована какая-то. Не, ну здесь точно в этой комнате, Олег, ничего нету, да, интересного? Да. Так, вот где, может, суицидник валяется, может, тут что-то есть? Какие-то знаки непонятные здесь везде, вообще не понимаю. Да, нам похер, мы просто пиздим этого бомжа. Это подписчик, который дизлайк поставил. Итак, будет скажем. Да? Так и... да. Не, господа, реально вот... Что-то уже как-то пошел, все тупиково идет пока что, да? Да не тупиково, нормально, сейчас будем думать. Надо придумать, ребята. И здесь так, ничего здесь кровь нет. Какая-то. Ни одной подсказки, мы пытаемся найти, но пока не можем, сейчас кажется, найдем. Мы все-таки должны понять вот по той подсказке, которая у нас есть, да? Вот по этой, которая... Ну там только пятно крови, видишь? Там только пятно, но... Так эти пятна так-то на самом деле не везде, и там надписи кровью везде идут тоже. Но там какие-то иероглифы, и непонятно, что они значат, да, все верно. Да. А что они значат, вообще не так. Понять. Я пока попробую систему рандома отгадать ход. Так, это Борн, это ладно, это просто... Упорная? Постер... Упорная? Нет, постер этого, Half-Life'а. Опять так, дерьмо. Я разбил мебель. Ко мне, видимо, какой-то дух идет. Шучу. Нажал? Да. И середина. What the fuck, man? Woo! Давай, чай. Давай, готовы, господа? Да. Раз, два, господа, это не пиздец. Наконец-то, 10 минут тычения во все эти кнопки. Открылись врата. Вот знали бы вы, ребят, как мы открыли эти врата. Они не знают, тихо. Да, давай. Не радоваться. Так. Вы должны пугаться. Делька. Да, давайте, дверька. Открывайте. Холодильник, не покупайте. Так, тихо, ребята, это же страшно. Это же страшно. What the fuck? Сзади открыл дверь. О, там труп. Крест. Убей. Ломай. Текстурка разнесла. Посмотрите, и там что-то... Это же... Ребят. Фака, мадафака, щит. Это же гастрит. Так, ладно, пошли. Что это такое вообще валяется? Подписчик. Что за херня? Что за... What the fuck? В меня что-то влетело огненное, я не понял. Огненное влетело. Вам хорошо, вы не видите этого всего говна. Что? Ребят, готовы? Да, давай. Are you ready? Давай, заходим. Тише. Давай.
Опять какой-то код. Нет, это не код, это просто кнопка. Что-то... Что-то открылось, ящики какие-то падают. А нет, это вы долбитесь. А вот что открылось, смотрите. Где? Вот. Охереть. Готовый? Да. Да, труп, кровь. Остановитесь, дети, говорит. Тихо. Опять кто-то кричит. Я ребенка несу. О, господи. О, господи. Это кукла вообще-то, а не ребенок. Елки-моталочник. В баре, ребята мои. Бар какой-то, выпить не хотите, не желаете. Да-да-да. Еще один крест! Убил! Где? Все, сломал. Хорош. Сколько мы уже крестов? Вот еще комната какая-то. Хранилище какое-то, да. Ребят. Фу. Это хранилище вот свое. Че, коробки не ломаются, слушай. Не ломаются, обычно ломаются. Наверх, сюда, ребят. А-а-а, блядь! Я не видел, но я видел... Да что же, идите первыми, короче, все, я в жопу задолбался уже пугаться, орать. О, господи. Картина упала со стены. Я могу вниз поступать, интересно. Давайте двери откроем, все посмотрим, что здесь есть. Да. What the fuck вообще, что за хрень? Все, дисконнект, нахер. Так, а где? Смотри, дырка какая-то в этом. Что-то трястись начинает, что? Где вы? Вы где? Че за звуки? Олег, ты где? Вот Олег. А че был у тебя-то? Шиборка сигарет. Аж пятки сверкали. Вот, ребята, какая. А, да. Кто затопает здесь? Ломайся. Давайте, ребят. И что дальше? Ну, а кресты сломали и... Смотрите, мама, дверь... Да, дверь открылась, смотрите, вон дверь. Да. Тури, серьезно. Погнали. И правда. Там дупло, давай. Надо в дупло прыгать, наверное. Все, погнали. А-а-а, подожди. Нам снова туда же, ребята. Туда же, снова. За мной, let's do it. А, и в ту комнату, пожалуй, вот сюда, да? Ага. Ох ты. Темная. Где все? Ой, блин! А, сзади! What the fuck, да паук огромный! Налево! Я за ним, я перед ним. Все нормально, не страшно, ребята, вы где? Здесь новый кот, сука! Сзади! Где ты? Где ты, бро? А, он снова здесь. Там кот, ребята, там кот снова. Ах, куда? Блядь, тут есть. Такой же кот, видимо. А кот не убивает? Нет, кот не такой же. Подожди, слышишь, Шиморка, у нас тут есть кот. А, где? Он нарисован на балках. А-а-а. Надо понять, какие балки надо. Балки. Да пошел он в жопу, этот паук. Подожди, а я не вижу, что он на балках нарисован. Где ты видишь? А, вот видишь, ну... А, здесь цифры, наверное, долбанный паук. Давайте вырубим. Мне кажется, он показывает направление, какие цифры надо вбивать, нет? Думаешь? Ну, это как мои догадочки. А, ну окей. А где цифры-то? Как говорится, 1, 3, 3. Слушайте, а я не вижу на балках ничего. Это, видимо, у вас сверхвидение какое-то. Не, ну я видел только нолик на один раз на палке. А, опять пугает бомж. Вот, ты, смотри, D3, вот, D3. То есть третий это D. То есть A, B, V, A, B, C, D, да, D. D это 4, B8 тут. То есть, смотрите, давайте сейчас. 0, то есть первая буква получается 0, это A. То есть первая буква у нас, или что? А, вот, вижу, да. A, получается, да, 0 это A. Все понятно, цифра обозначает порядок. 0 это А получается, да. Вот С5 вижу. Пятая это идет С, восьмая Б. Ребята, кто-нибудь на... Кто бы мог записать это все, сука? Да так, ладно, 0 А. Ну я запомнил, что 5 С, 0 А, Д 3 и Б 8, я запомнил. Подожди, стой, я сейчас бумажку достал. Давай. Так, вот эта карта вообще же... А, вот, ага. Она реально безумная, бро. 0 А. Их всего может быть 4. Ноль А, окей, Б.
То есть 0, а где 0-то у нас? V8 было. V8, я помню, было, да? Да. 0, 0, получается, всегда он снизу, как бы, да, вот тут вот. B8. B должно бы идти последней, получается. C нашел, 5. Да, C5. И что-то все, что-то больше других нету здесь обозначений, ну, никаких. Погнали тогда. Погнали. Вот D3. Вот, D3. Ага, D3. D3. 0A. Короче, A. Смотрите, 0, 0 это получается... 0, 8. A, D. Так, подождите, A, B, C, D. A. 0, 8, 53. Что? Блять, 0853. Но это не то. Дай попробую, стой. Это очень странное. Стой, стой. 0853. Ах ты, блин! What the fuck? Ты видишь, это, сука, хэхэрвэх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 
налево, налево, налево мы побежали. Мы сейчас встретимся, где ты? А, мы тут встретимся, я все, я сзади. Ух ты! What the fuck, man? GM Hell Resort. Все, мы прошли! Мы прошли! Ура! Thanks for playing, bitches. Thanks for playing. Happy Halloween. Happy Halloween. Немножко опоздали. Немножко опоздали. Да-да-да, ну ничего. Да, это говорит тыква. Дорогие друзья, вновь еще одна карта Гарри Слода Хоррор. Пройдена безуспешно и... Успешно! Успешно вместе с Шеморкой, Филиппином и кофе. Поэтому ставьте огромные пальцы вверх, если хотите еще. И подписывайтесь, если вы здесь впервые. Всем адьос, амигос. Пока. Пока-пока.